Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardrasat Info, перед нами устройство Samsung Galaxy A51. И в этом видеоролике мы вам покажем, как сделать так, чтобы этот телефон медленнее разряжался. Мы вам покажем сегодня все способы, от самых таких простых начнем и дойдем до прям очень сильных способов, которые замедлят разряжение батареи прям вплоть до нескольких раз. Первое, что я вам скажу делать, это обязательно выключите анимированные обои, если у вас есть. Также, если у вас есть вот такие вот виджеты с погодой, виджеты со временем, уберите их отсюда, то есть нажимаете вот так вот. Что ж ты будешь делать? Надо перетащить. И нажимаем убрать его отсюда. Также мы проверяем, не стоят ли у нас какие-то анимированные обои на телефоне, то есть вот такие вот обои лучше убрать, потому что они ускоряют разряжение нашего телефона. Для этого мы зажимаем наш экран в любом свободном месте, выбираем пункт обои, здесь выбираем какие-то другие обои, например, в моих обоях мы можем выбрать какие-то из уже предустановленных заранее или скачать просто какую-то фотографию. К примеру, мы можем выбрать какую-то фотографию из галереи и поставить ее на обои нашего устройства. Второй пункт, что еще можно сделать, это свайпните вниз, свайпните второй раз и включите здесь режим затемнения. Также вы можете включить режим затемнения, зайдя в настройки, выбрав пункт «Дисплей». Здесь нам нужно найти пункт, который будет называться режим затемнения. Сверху мы можем выбрать или светлый дисплей, или темный. Вы также можете сделать, чтобы темный дисплей включался на ночь и не нагружал вам глаза. Третий пункт — это старайтесь уменьшать яркость до минимума, а лучше всего включите адаптивную яркость. Эта функция довольно-таки полезная, так как функция адаптивной яркости будет регулировать яркость в зависимости от окружающего освещения. То есть, если вы в темной комнате, то экран будет темным. Если вы на светлой улице, то экран будет светлым. Таким образом, ваш телефон будет медленнее разряжаться из-за того, что он не будет всегда сиять на максимум. Дальше мы выходим отсюда, заходим в настройки и в настройках листаем вниз до пункта обслуживания устройства, нажимаем на него, здесь выбираем пункт батарея, нажимаем другие настройки аккумулятора, обязательно ставим галочку возле адаптивного режима аккумулятора. Этот режим будет ограничивать разряжение вашего телефона из-за приложений, которые вы не используете. То есть, например, у вас есть какие-то приложения на телефоне, которые вы не используете, но они также нагружают ваш процессор и разряжают телефон. Эта функция ограничит их деятельность. Также самый последний и самый прям жесткий вариант — это режим энергосбережения. Мы его можем сразу включить, поставив здесь на галочку, но советую сперва вам его настроить. Для этого мы выбираем пункт «Режим энергосбережения». И давайте пройдемся по настройкам. Во-первых, мы выключаем пункт «Всегда включенный дисплей». Ставим здесь галочку. Дальше ограничение частоты центрального процессора до 70%. То есть наш процессор будет работать немного хуже, да, но я уверен, что вы никакой разницы не заметите, потому что вот эти частота процессора, она уже более, если вы будете в какие-то прям очень-очень мощные игры играть, тогда это уже будет иметь какую-то роль, но вот так вот вы вообще никакой разницы не заметите. Также уменьшение яркости на 10%. Это то же самое практически, что адаптивная яркость, только яркость будет еще меньше, чем во время адаптивной яркости. Также мы можем ограничить приложения и экрана. То есть для максимального энергосбережения мы можем разрешить работу только выбранных приложений и ограничить все фоновые процессы,
таким образом наш телефон будет еще лучше работать. Ставим здесь галочку, точнее не лучше работать, а дольше работать. И теперь поставим здесь галочку. Наш телефон включает темную тему, ограничивает приложение. И сейчас это прям режим ультра экономии заряда батареи. Мы можем свайпнув зажать, убрать вот здесь вот галочку из последнего пункта. Тогда мы перейдем из ультра экономии батареи в обычный процесс экономии батареи. Давайте я зажму здесь, чтобы было побыстрее. Убрав здесь галочку и включив режим энергосбережения, то мы особо никакой разницы с предыдущим нашим телефоном не увидим. А на самом деле телефон будет разряжаться медленнее. Если вы последовали всем пунктам, то ваш телефон будет жить теперь вплоть до 2-3 раз дольше, чем он жил до этого момента. На этом будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале. У нас есть и распаковки, и разные тесты, топ-фишек. Так что уверен, вам понравится. Ставьте лайки и всего хорошего. Пока!